дай Кате попробовать. Ого, давай прямо, прямо. Оп. Опускай. Теперь Кате дай, она пусть третий попробует поставить. О! Городской перинатальный центр. Вид из окна. 4-й этаж, 10-я палата. Очень все красиво. Садовник постоянно стрижет деревья. Все поливается. Сегодня 31 мая. Хотела рожать 1 июня. Но ставят операцию на 5-е. Куда девать себя не знаю. Чем заняться? Скучно. Процедур нет. Одно лишь давление и КТГ. Ну, вот так. Хотела показать интересную надпись. Мужчины любят у нас писать. Спасибо за сына, спасибо за дочь. Но мне очень понравилась вот эта надпись прямо на крышке какой-то такой штукенции. Написано: «Родная, выходи за меня замуж». Очень своевременно. Решился, созрел. Вот так. 6-й день в родильном доме. Обе моих соседки уже съехали рожать. Одна... Людмила родила девочку в свой день рождения, 3 июня. Хотела, чтобы у ребенка был свой день, но получилось двойной день рождения. Родила в 12:10 ночью. И вот сейчас ушла еще одна моя соседка. Елизавета тоже девочку ждет. Пошла рожать сама. Первого ребенка. Ну и я должна лечь на плановое кесарево завтра. Вот осталась одна. Одна. Сегодня 4 июня. Вот будем ждать наступления завтра. Вообще в роддоме, конечно, чувствуешь себя как в летнем лагере. Только кушаешь. Ну и делаешь некоторые процедуры КТГ, давление, ну и пару таблеток у меня. Ну все. Все почти как в палате одноместная. Такой вид. Передали, то есть.